Ты знаешь, вообще-то вот там вот последние дома города в 500 метрах. Оттуда мы с тобой сейчас бежали. Ну, разные машины, для них все хорошо, расчищено. А для нас вот такая тропка. И если она прервется, то я не знаю, куда мы будем бежать. Потому что сегодня у нас такой пробег, немножко экспериментально рисковый. Очень радует, что пока тропка очень правильная. Вот смотри, лыжня, а рядом ходят люди. И даже какой-то проехал, наверное, снегоход. Сегодняшнюю трассу пробега я специально не выбирал, чтобы она была какая-то излишне снежная, экстремальная. И совершенно не хотелось мне бегать, быть привязанным к лыжне чьей-то. Ну, а в этом направлении мы с тобой летом бегаем. Там есть коттеджный поселок. И я всегда встречал очень много людей, дачников, которые шли туда. Ну вот есть надежда, что ввиду того, что здесь недалеко, километров 3, наверное, 4, что люди в этом направлении двигаются и зимой. Кстати, вездеходы по снегу, это их. Вот какой-то военный объект, радиостойка. И они поддерживают сегодня нашу тропку. Очень здорово, что кто-то зимой где-то что-то поддерживает в проходимом состоянии. Я скажу тебе по секрету, что в определенный момент я свернул на какую-то другую колею. Я точно знаю, что я здесь никогда не был. Совершенно не знаю, куда ведет эта петляющая тропа. Конечно, самое неприятное будет, если эта снежная дорога выведет нас к какому-то очередному военному объекту в глуши и придется возвращаться. Ты знаешь, местность просто дикая, даже удивительно. Как-то летом уже где только с тобой не бегаем. Мне казалось, в окрестных лесах я уже знаю все подобные темные лесистые уголки. Но здесь прямо ух, да? Спросишь, чего меня сегодня понесло по такому маршруту. Ну, ты знаешь что, иногда определенность надо сменить какой-то неопределенностью контролируемой. Потому что, ну, так все будет очень кисло. А это все бодрит. И ощущение того, что ты не знаешь, что же тебя там ждет за тем поворотом, в этом лесу, и как ты будешь возвращаться из него. Конечно, это очень взбудоражит и добавляет классных, необычных ощущений в повседневной жизни. Ну что, вроде вырвались из чащи. Оттуда мы с тобой бежали. В ту сторону нам точно не надо. Прямо уже нет тропки. Вот то направление нам более всего подходящее. Но будем бежать по этой широкой разъезженной просеке. Ну и что? Прямо пойдешь? Какой-то опять объект за забором упрешься. И ты знаешь что? Я теперь сообразил. Если б я вначале не изменил свой путь, мы бы с тобой выбегали вот отсюда. Вот и лыжня, и все. А так мы обогнули, обогнули, обогнули.
обогнули где-то через какую-то чащу. И отлично, что мы обогнули. Но сейчас мы опять выскочили на лыжню. И где-то рядом с ней, как я и предполагал, есть классная тропка. Бежим. И опять вопрос. С той стороны мы с тобой бежали. Лыжня идет в ту сторону. Но вот эта классная колея, утоптанная, сворачивает. Честно говоря, я не знаю. Не знаю. Давай попробуем, куда она сворачивает. Вдруг там путь лучше. Тем более он как бы в подходящем направлении. Нет, вернемся на лыжню. Ты знаешь что? Здесь мы с тобой никогда не бегали. Но я тебе скажу, вот эти вот такие вот бугры, и между ними это как какие-то такие окопы, или как называется, куда заезжает техника военная. Да, капониры. Но я совсем не удивлюсь, если сейчас навстречу выскочит какой-нибудь танк. Ты знаешь что? Прям страшновато. Таких капониров очень много. Так еще и на деревьях отметины такие. Техника какая-то прям порвала кору. Легковушка, сам понимаешь, таких отметин не сделает. Ну что, теперь я могу сказать, что я слегка так потерял ориентиры. Лесная грунтовка, и по ней кто-то посыпал песочком, чтобы не было скользко, что ли. И что это за такое? Ну давай пробовать бежать. И еще один сюрприз. Посреди леса здание с огромным ангаром. Все за бетонным забором. Не знаю, что это за такое. Но факт, что мы здесь с тобой никогда не были. И самое фиговое, что в таких местах около забора могут встречаться собаки. Необычно. Но снаружи есть еще один периметр ограды, которая сделана просто из деревянных досок. Самое классное, конечно, не то, что мы это обнаружили объект, а то, что есть объект, к которому ведет асфальт. И смотри, он расчищен. Бежишь как по городу. И одновременно лес. Стой. А это еще что такое? Машины? Куда это мы с тобой попали? Машины снуют. Да. Ты знаешь, что попали на какую-то развилку. Вернее, не на какую-то, а мы с тобой здесь как-то пробегали. И самый значимый ориентир, что вот на этой дуге есть знак «Стоп». И вот здесь проходит эта вот узкоколейка военная.
кстати, народ не тушуется, вместо того, чтобы бегать вдоль дороги, почему бы не бежать по шпалам. И здесь, смотри, есть лыжня. Ну давай, попробуем по шпалам. Странно видеть такое закопанное богатство в лесу. Железная дорога, по которой не ходят поезда. Вдоль нее столбы, на которых нет проводов. И стоят семафоры, в которых нет никакой жизни. Ни лампочек, ничего. Ржавеет. Давай попробуем. Ой, как это по шпалам. Ну, прикольно, прикольно. Ты знаешь, наверное, я буду завершать сегодняшний видеоподкаст. Да, много всего было. Я думаю, чем начинался сегодняшний пробег, и вспомнить тяжело. Ну да, пересмотришь. Но у меня предстоит еще слегка по шпалам. И через несколько километров финиш. Да, хороший был пробег. Ну и что? Живи ярко. До следующей встречи. Пока-пока-пока.